ребята, с вами я, доктор Миша, и сегодня мы играем в какой-то китайский финдинг-блу. И вот, она очень прикольная, и я все режимы сейчас закончу. Ну, и я не все закончу, а начну отсюда. Посмотрим здесь, что надо делать. Так, это китайский. Я уже играл на английском. Я знаю, какие буквы нажимаю, которые я уже нажимал. Вот. Видите эту зеленую кнопку? Она называется атак. Видите, атак делает. А если красная, тогда меняет оружие. А если желтая, тогда прыгает. А если ходим, тогда вот так можно бегать на клавиатуру боку, если нажать. А это стрелять. Удобно стрелять. Ну, пока мы что-то сделаем. О, а вот и финдинг блу. Эй, иди сюда, дурак. Хату прописал тебе. О, а если это выпить, тогда очень много у нас будет сердце, чтобы никак не умереть. О, а это и так нам пригодится. О, это что такое? О, зачем я так быстро бегаю? Я Соником стал. Что это такое, ребята? Ха, никто не сможет меня догнать. Ну что, а чё я не могу уже быстро бегать? Блин, это какая-то жесткая игра и дебильная вообще. Иди отсюда. Ха, надо хату прописывать этим зомби, а не белых зомби. В этой игре тоже бывают такие штуки. Эй, а это что делает? Чего? Вы что, дебили? Что надо делать? Стоп, а как я проходил это? Я в этом телефоне ничего не проходил. А как это вообще случилось? Ну ладно. Вот эти белые мне нравятся. Белые очень круто, видите. А зомби... Дук-турин. Вот так, сейчас забираем. Видите, это синий круг. Это карта, которая показывает, где зомби. Хата! Жесткая хата прописана. Вот это была жесть. Так. О, а чё поменялась музыка? Это же... Суп, это же моя нелюбимая музыка. Там потом какие-то грустные штуки записывают. Это моя нелюбимая. Чё делать-то? Это значит надо... Прости, откуда ты? Ты что, обалдел? Ха-ха, тут прописываю тебя. Я не ожидал, что ты здесь будешь. Не так. Это очень больно было. Так. Руку опустилаем. Уйди.
Вот такая игра крутая. Я ее обожаю. Кстати, я китайском против английского закатил. Но я не знаю, русские бывают такие игры. Не понимаю вообще. Это бывает в мультике и даже русских телефонов и планшета бывает. Эти русские игры. А если английские или турецкие, тогда все турецкие и английские. О! Это что взорвалось? Даже зачем бьешь? Хату пропишу, если ты сделаешь так. А что это взорвалось? Я не понял. Это что? Это что? Динамит взорвался? ТНТ? Или бомба, что ли? Так, а там кто есть? А там кто есть? Я знаю. Чего? Зачем две звезды? Я бы хотел тебе три звезды. Или миллион. А если стрелять эту штуку, то куда она спустилась? Я не понял. А, она сюда спустилась. Это же лифт. Какой-то старенький лифт. Она кинула в окно. Ты не звучишь? Яко? Ты вообще что ли... Только не это! Ну ладно уже, заново. Но это ничего страшного. Зачем вообще этот зомби ушел вообще? Промазал? А зачем это не убирается? Я же все заново прохожу. Хату прописываем, делаем дур. Да, запись идет. Что еще делать, а, мамушка? Так. Ну, сейчас. Сейчас я закончу эту серию, потом мы куда-то пойдем. Но это ничего, это просто я могу. А если все бакинуть? Я не ожидал, что две штуки взорвутся, они теперь не... А что они заново появляются? Что-то не понял. Халлингер, помоги. Помоги, хинги. А что тут еще курицы надо убивать? Я не понимаю, это же финдик был. О, мам, как так-то? Сейчас убьем еще вот этого зомби, а где его кандри? За один удар это возможно, что ли? О, это позорвать очень жесть. Жесть вообще жесть. Это вообще жесть. Так, прописываем хату. И, а теперь надо дубинкой бить. Вообще, когда они попадают, уже бьете. А что? А зачем? А зачем у меня уже и никак не спускается жизнь? Что-то странная штука. Еще осталось. А что это выпало?
вообще жесть. Нет, ничего не выпало. А, проиграл лошара. Ты что похундишь? Сейчас я стрельну. Так близко подходите. Блин, это что такое? Зачем он жив? Он же был близко, он еще с хату пропишет. Все, пойдем, если не умирать. А что, когда они умирают, они пропадают? Я же так хотел, чтобы они не пропадали. Блин, вот это, видите, это на грустность. Нужно. О, один ключ выпал. А для чего он нужен? Для чего он нужен? Давай-ка на что-то попробуем. Может, на это? На эту, что ли, нет? А чё они это сделали? А для чего этот ключ вообще? Я не понимаю. Ты сейчас... Эврэн! Алисаут! Алилызынт! Линге! Сэрэгэллэгэнт! Сэрэгэллэгэнт! А сейчас, сэрэг... Получишь. Так, он пока не видит. А зачем он на меня не смотрит? Чего за фигня вообще? Чё, не понравилось, что я убил, дураки вообще? Жесть происходит. Прописывается. О, лошара лежит там. А здесь... А чё здесь не умер? Он что, туда шёл? Тебе хана уже. Ничего не выпало. Это странно и очень грустно. А здесь... Я не ожидал, что красный ключ выпадет. Ой, это похоже на что, как я уже играл игру, и уже у меня вот такие щеки появились. Вот, это на это похоже. А, руку разломаю тебе. Руку ломай. О, руку сломал тебе. А, я понял. Это от этого ключа. Это... Жесть происходит, ребята. Нифига себе, как они разлетелись. О, здесь 5 штук есть. Зомби Блу. Сейчас хату пропишу вам, увидите.
Жесть вообще. Да не пишите уже. Ногу ломаем. Да что такое-то не ломается? Ломаем. А на шара на кику попал. О, пепси. Пепси. А там что? Где? Столкнул меня. Жесть вообще эта игра. Эта игра жесть. Удара жесть. Жесть, я убил его. Так. Иди отсюда, человек. Чё? Это чё сделал этот чувак вообще? Который белый был, там стоял. А чё это за оружие? Это... А, я понял. Это самый мощный этот... Это штука, которая сталкивает низ. Ха-ха, то прописываем. Да что ж такое-то? Умери уже. Ха, в попу попал. Ничего не выпадает. А что внизу? Это динозавр? Прости, динозавр. Да что ты? Не понять? Да лошара вообще. Лошарская жесть. Но не ожидал, что ты сюда пролезешь. Ну, жесть, чувак, ты что на меня нападаешь-то? О, у нее очень жесткая какая-то щука выпала. Ну, когда налево что-то выпадает, мне очень удивлённо показать. Это какая-то... Направо появляется, это не круто получается. Куда? Куда вообще подкинули? Все заново теперь. Ну ладно, ребята, я эту игру уже заканчиваю. Всем пока, ребята.